еще один ликбез. Я уже снимал. Вот у нас перфект. Вот меня друг попросил. Я ему заказал. Вот здесь иглы. Каждому картриджу идет своя игла. Вот, значит, у нас картридж. Вот сейчас вот ручек в данный момент нет. Я Ирику отдал свою. А потом, когда появится. Но, в принципе, ничего сложного. Вот здесь резиночка. Прям обычный инсулиновый шприц. Можно раз, вытянул вот эти три единички здесь и поставил. Но я сейчас покажу с ручкой, потому что я думаю, что ручки уже вот у нас появятся. Прям буквально. Буквально вот-вот-вот, думаю, блин, потому что уже недели три нету их. Вот вставили. Без очков, зараза, ничего не вижу. Вот иголочка. Одели. Закрутили. Сняли. Теперь, значит, здесь выставили. Три единички, это 30 единиц получается. Ирик, я не вижу. Ты видишь? Нет, сколько? Ты снимаешь или видишь сколько? Ну скажи сколько, я не вижу. Все, 30 выставили. Крышечку снимаем. А как вот теперь пузо свое сможешь показать? Конечно. Снимаешь? Да. Вот, все, абсолютно безболезненно. Все. Снимаем крышечку. Да, действительно, не больно, вообще не чувствуется. Крышечку обратно. Ставили. Пробку ставим. Все. Вся процедура. Это тебе не нужно. Потом картридж, когда заканчивается, картридж выбрасываешь, ставишь новый и иголку, соответственно, новую. Все.